каждым годом наружная реклама все больше поглощает улицы города. Вдобавок, многие вывески установлены самовольно, то есть не имеют соответствующего разрешения. На главных улицах города таких примеров немало. Яркие постеры, информационный материал на штендерах и баннеры, которые портят внешний облик. Согласно закону, размещение рекламы должно быть согласовано с отделом архитектуры городской администрации. Исключение составляют переносные штендеры с информацией об акциях и режиме работы, которые разрешено размещать только у входа. Комиссия отдела архитектуры осматривает фасады зданий и стенды, которые установлены рядом. В первый раз нарушителя только предупреждают об ответственности. При повторном выявлении нелегальных конструкций выписывают протокол об административном правонарушении и наказывают рублем. В целях создания привлекательного облика на территории городского округа ведется работа по ликвидации незаконно установленных рекламных конструкций. Согласно пункту 17.9 раздела 5 правил благоустройства и санитарного содержания, на территории городского округа запрещается установка и эксплуатация рекламных конструкций, не являющихся техническим средством стабильного территориального размещения, в том числе переносных рекламных установок, штендеров, щитов, стендов, аэростатов и надувных фигур. Нарушителю будет предъявлен штраф в размере на граждан от 2000 до 3000 рублей, на должностных лиц от 10 тысяч до 15 тысяч рублей и на юридических лиц от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.